В этом году в Подмосковье планируется открыть 16 новых дорожных объектов общей протяженностью более 40 километров. Среди них и объект на территории Одинцовского округа. На 9 месяцев раньше срока, в августе 2022-го, будет открыто движение по путепроводу в Раздорах. Здесь уже началась подготовка к бетонепролетного строения строящегося путепровода через Рублево-Успенское шоссе. Проводится армирование плиты проезжей части. На полгода раньше срока, уже в ноябре, запланировано открыть и движение на улице Чистяковой в Одинцове. После реконструкции там будет обеспечено четырехполосное движение к новой развязке в микрорайон Трехгорка. Важно, чтобы стройка шла в графике, а где возможно, и с опережением. Профильный блок и глава должны внимательно следить за этим, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.